15 порций. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители, друзья наши. Кто случайно зашел сегодня на наш канал, всем привет. Это канал 13 порций. Это Светлана, меня зовут Иван, а это наши... Часть детей. Часть 13 порций. Да, часть 13 порций. Василиса, Снежана и Анюта. Всем приятного аппетита, кто с нами кушает. И нам приятного аппетита, потому что дети только Снежана с Анютой, ну, 10 минут как зашли со школы. Василиса на больничном, сегодня мы пойдем в больницу выписываться. А девочки только зашли. Нас обидели вообще-то. Кто? Нас обидели, потому что мы не пошли. Обидели? Мы не пошли. Но вода с сестры. Нет. А вчера учитель написала, позавчера, кто пойдет после третьего урока в музей, повезет она их в Курганинск. Я написала, что девочки пойдут, потому что у нас в 2 часа английский, а в 3 у Снежаны математика русский. А мы с Анютой вместе пойдем на английский. Да. Мы очень долго пытались попасть на этот английский. Наконец-то у этого репетитора освободилось место. Но если бы пошли после третьего урока, они бы успели. Мы им дали сегодня деньги, они пошли. Но что-то пошло не так в школе. И учитель написала, что к часу только. Но планы я не могу сегодня ваши поменять. Я вам обещаю, что мы с папой вас свозим в этот музей. Угу. И вы потом поймете, много вы потеряли или нет. Ну, конечно, с классом интересно было бы съездить. Но планы, которые у вас, я не могу. Потом у Анюты музыкальная школа. Да, у Анюты с Ваней. Поэтому... Учитель не настаивала, понимает, что у многих детей есть свои. Это не обидели, почему? У вас поменялись планы. Да. Сначала музей не получался, а потом, когда получился, время вас не устроило. То есть ваше время, вы же уже взрослые, у вас есть планы. А Лизе тоже не повезло. А ей что не повезло? Она тоже не поехала. Почему? А, потому что у нее что-то там, какие-то дела. Тоже как у вас, правильно? Угу. Учитель не настаивала? Я, кстати, мам, с Лизой сижу. С кем? С Лизой. С Лизой? Угу. Так что, если бы планы подходили под ваши, я же сразу сказала, что вы поедете, денежку вы сегодня отнесли. Но мы кушаем огурчики, помидорчики, патиссончики, острый перец наш. Мама, они вкусные патиссончики? Да, огурчики. Как огурчики. И у нас рожки, банчики с подливом, с гуляшом. И банки. Корейская морковка еще. Да. Боже, мне понравилось мясо. Мясо тебе? Угу. Поставь ей вот с той стороны, она сама себе положит. Во, она сама себе наложит подлив. Она уже взрослая, сама положит, сколько скушает, да, Дульфи? Все. Ну так, все. Давай ложки попробуем. С нашим перчиком настоящая корейская получается. Почему-то у меня дети не очень едят корейскую морковку. Я сделала-то немного, с одной пачечки. А они не кушают. Хочу уже. Хорошо, она не портится, не как салат с морковки. Да. Она может несколько дней стоять. Она чем дольше спит, тем вкуснее. Угу. Как морковка и как морковка. У нас сырость на улице. Сегодня у нас хороший день. Нам папа делает новую. Делает нам... Территорию новую. Большую. Да. Но все равно, что мы не поехали. Ну да. Я знаю, там какие-то штуки будут. Ну, и с нас тоже отвезет. Она хватит, мы в цирк раз-то расходили. С классом много у вас там все-таки? Да.
А? В цирке. Много деток ходило в классе? И там у нас была учитель, который, ну, который нам приносил еду из садика. И у нее был мы тоже. Там еще мам один мальчик прибил через ножи. Вы говорили, да. И еще там была семья. В школе сколько у вас уроков было? Четыре. Да. Четыре урока уже пришло? Да. И в столовую уже сходили? Угу. Чё, чё, когда второй урок заканчивается, мы идём в столовую. Это у вас большая перемена, да, там? Угу. Чё давали сегодня? Омлет. Омлет. Я просто горох поел и всё. Как так? Я бы просто горох поела. А у нас запеканка с изюмом. Пап, выключи. Это куда я заводила? Там написано было? Нет. Ну куда-то заводила, вспоминаю. Завела, завожу будильники теперь? Нет. Анюте в два на английский. Английский. Ждем, может быть, сегодня, завтра Костю выпишу. Ждем. Английский, математика, не просто английский. Нет, русский, математика. Нет. Сейчас 2 часа английский. А в 3 часа по понедельникам всегда у Снежаны математика русский. А, потому что у меня был, уже он был всегда, да? Угу. Mm-hmm. Тебе перенесли на завтра. На завтра. Завтра у меня математика. Mm-hmm. Папа, хочешь сейчас настроение испортить? Не хочу. Как? Тебе завтра Анюте везти к русскому математику. Да, точно будешь. И сегодня ты повезешь их на музыка. И? Хватит уже, мне уже испорченное настроение. И еще тебе к английскому. Кушай, Анюта. Кушай, доча. Мне еще пирожки осталось. Хотите, я вам испорчу? Давай. Он сейчас домашку делать. Она мало домашки задала. А, мы сейчас дополнительно еще дадим. Чтобы хорошо усвоили урок. Сейчас сразу мультик по-английскому, да? О, наконец-то. А Снежана с математикой на русском сделать? Да. Уроки. С репетитором. Ну, как вкусно, я кушаю. Мама, я с тобой поздоровалась. Здравствуйте, хай. Ну, я был бы не Василис, я. Василис, подай, пожалуйста, ручку. Это кто добавку? Накладывай. Снежана, что ли? Да, вторую добавку. Первую. Это вторая уже. Да добавка-то первая. Ты свою порцию съела, это добавка. Ты ж не брала еще добавку? Не брала. Так мне постоянно рассказываешь, что я поела эти три добавки. Ну, извини нас, дай нам, пожалуйста, подлив. Тут мы разъелись. На, накладывать. Ой, поварёшку я большую положу. Хай. 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 Помнишь, как она вчера как бы... Как будто устал. Как будто устал человек, да, в мультике вчера? Мышь. Бэд. Бэд плохой. Bad. Мультики смотрим, учитель нам дала мультики специальные. Бежал. Ну, в Ютубе. Она просто посмотрела, которые лучше. Это они каждый день смотрят. По 10 раз. Ну, не по 10 раз, по 5. Но это же только первая серия. А там же еще и вторая, третья, и пятая, и десятая. Вкусный салат с морковкой. На поросятничье? Это не я. Это ты! Это ты! Чё ты? Петухи кричат. Да, петухи. Да. У меня за дворем, мама, где большая машина, там петухи. Mm-hmm. Ага. И тётенька какая-то будет что-то собирать. Ну, тётенька живёт там. Я вспомнила.
Когда котенок убежал, мне тетенька сказала, это я уже помню. Котенок убежал, там стала бабка. Кушай. Ты болтушка у нас? Ну. Сочиняешь, стоишь? Что-то придумать хочет, а не получается ничего придумать. Ты сначала хотя бы придумай. Надо разговор подержать, скажи. А ничего нету, да, никаких мыслей. Кушай, Туча. Рожки тесто делаем очень вкусно. Вкусно? Да. Даже мясо. Я старалась. Сделать. Ой, компот у нас с клубнички. Светленький. Клубнички не настоялись еще. Но все равно вкусный, пахнет клубничкой. Ой. Я вам специально ягодки клубнички положила. Ну, как я вкусно поела. Я пиво поела. Ну да. Я еще остренького поел. На. Ягодку. Корейскую. Морковку с нашим перчиком. Ух, хорошо. Тебе ягодка нужна? Да. На. Не, давай на вилочке прям. Ой. Давай, открывай ротик. Оп. Я попробую как-то вот так вот. Она кисленькая. Еще она, нет? Нет. На, доставай свою вилочку. Кисленький нет. Вау, вот так столкнула. Мама, а где мы ягоду взяли? С холодильника. Куда в холодильник? Живет там. Живет там. Живет, ну, растет. Как? Замораживали же на зиму все. Мясо туда ложим. Положи в холодильник. Черешню. Черешня, слива, клубника. Малина. Да, мама. Морковка. Тише. Морковка, ананас, это вкусно. Да. О, вкусно. Я обожаю ананасы. Да. Я специально огурчиков, помидорчиков побольше положила. Сейчас уже дети приходить будут. Ну, я объелась. Подожди, пока все поедят. Ой, вкусно, вкусно, вкусно. Ля-ля-ля-ля-ля. Вообще, сколько раз уже... Вообще, надо делать все в литровых, в полторалитровых банках. В трехлитровых ничего не надо делать. Я не знаю, как мы раньше все съедали, да? Угу. Сейчас. Не мы, я не вам говорю, я папе говорю. А, ну-ка, вилочкой кушай. Руками вкуснее, скажи сейчас. Ну как сегодня первый день после каникул? Настроение хорошее? Нормально. Да. Потому что мы на площадку ходили погулять. Когда? Сегодня ходили на площадку? Да, нет, на Ольгу катались там. Ну не сегодня же, это когда это папа с мамой тебе, вас водили. А в школе, говорю, как было? В школе сегодня первый день же с каникул вышли. Нормально. А вот кто-то у нас забыл там. Или Егора не было. Заболел? Да. А что? Мой, дай. Костя. Угу. Костя. Да. Костя, я тебе перезвоню сейчас, сына, хорошо? Ничего не сказал доктор? Ну, потому что доктор сказала, что анализы только где-то после 2 часов придут. А еще рано, еще только время 12:39. Да. Я перезвоню тебе, сыночка, хорошо? Хорошо. Давай, давай. Ждем выписку из больницы. Еще рожки? Подай, Василис. Я их здесь оставлю, папе поставлю свою. А это здесь. Ой, накладывай. Ну, вы что тут разъелись? Так они по 2 штучки ложат себе. Да, вообще да. Не буду есть. Вторая порция. Порции. Ой, третья. Ой-ой-ой. Ну, вот сейчас ты много. Ты... Ой-ой-ой. Это значит, что доест все. Да, порции. Это значит, оставит. Вилочку бери, доча. Че, подлить? Мясо, что ли, еще? А вот видите, почему не кушаешь? Как? А, ты водичку просто? Да. Положить тебе? Угу. Просто водичку. Мясо, главное... О! Мясо, главное, в сторонку отложила. Любят вот этот подлив они.
когда соль и сахар. И тогда вот они кушают. Сахар не положу, все, не кушают подлив. А сахар положишь, он не чувствуется, но чуть-чуть, видать, вот эта сластиночка. И кушают. Но брат, мне кажется, что там нету сахара. Это вам кажется, мама-то знает, что ложила. Ну, а сахар. Мама добавляла сахар. Да. Да. Ждем с Костей, пока будет выписка. В 12, она сказала, после 2 часов, в понедельник придут анализы, она все посмотрит. Может сегодня, может завтра. Выпишется. Ну, не говорила сегодня, она завтра. Мне сказала звонить сегодня, либо завтра, но буду звонить. Если ничего не случится, можно его запинать. Да, если анализы. Но вообще-то, это, а там же не лечение, там же обследование, да. Поэтому она его обследует, все равно ему выпишет лист, назначение отправит. Ну да, в принципе, да. А лечиться уже будем дома. Держать его не будут. Там. Она сразу сказала, до недели. Но мы так и ждем в среду. А вы когда ложились? В среду. А, в среду. Ну вот в среду, значит, выпишет. В среду. Ну, я думаю, во вторник. Астма. Дышать тяжело. Носом дышать тяжело. Дышать тяжело. Если сейчас вот как раз придут пробы, на что аллергия еще опять заново делают. А, на огурцы. Он огурцы и морковку любит. На огурцы. Он говорит, на огурцы и морковку любит. Любит, да, чистит целую, кушает. Он и Максим, да? Да. Съедят всю морковку, если лежит вот так вот. Кушают хорошо. Ой, ну что, друзья, мы их не дождемся. Это, по-моему, надолго. А Снежана будет еще кушать и кушать. Поэтому и кушать. Мы хорошо покушали. Спасибо вам, кто нас поддержал, кто с нами пообедал. Нам очень приятно было вас видеть. Снежана машет, да? Вкусно? Да, согласен. Ну что, спасибо всем. Спасибо маме за то, что она нас вкусно готовит. Ну и всего хорошего, друзья. Заходите к нам почаще. Мы рады вас видеть. Пока-пока. До скорой встречи, друзья.